Дальномаршрутный полет теперь тоже непонятно, как летать без навигатора. Навигатор же тоже не будет работать, раз GPS глушат. Ну ладно, если полет там по известному маршруту вдоль автодороги, допустим, это понятно. Если какой-то новый маршрутик захочется отчебучить, как лететь без навигатора, вспоминать прошлое, летать по бумажным картам или по пачке Беломора. Как летать теперь маршрутные полеты с этим долбанным глушением GPS-а? Непоняточка.